Дренажная яма посреди садового участка. Ветеран Великой Отечественной войны пригласил в гости Роспотребнадзор и природоохранного прокурора. Однако сам на проверку не пришел. В заявлении Василия Сидорова сказано, что у пенсионера гниет картошка, воду невозможно пить и запах настолько сильный, что он задыхается. На практике ситуация оказалась немного другой. Яма действительно расположена посреди участка, но на муниципальной земле. Городу принадлежит как сама яма, так и дорога к ней. Оба объекта имеют кадастровые номера. А вот справа и слева расположен огород. И по мнению экспертов, здоровью пенсионера ничего не угрожает. Резервуар находится на расстоянии 65 метров от артезианской скважины, что соответствует санитарным нормам. Заключение об этом было выдано еще в 2015 году. В настоящее время исключено попадание сточных вод в накопитель. По результатам проверки оснований для принятия мер прокурорской реагированной не установлены. Заместитель прокурора района Прокофьев. Это был ответ дан 15 декабря 2015 года. То есть это год назад практически. Так, пройдемте давайте. Сегодня яма не используется. Начиная с 90-х она обслуживала два дома, в которых живут четыре семьи. Но в 2015 году, после многочисленных жалоб пенсионера, администрация поселка пошла ему навстречу, обязав жителей перестать пользоваться резервуаром. Установлено о том, что накопитель фекально-бытовых стоков не эксплуатируется по назначению. Все подводящие трубы от жилых домов были демонтированы в связи с тем, что оборудованы локальные сооружения в каждом домовладении. И в настоящее время он зачищен. В планах администрации поселка дать бывшей дренажной яме вторую жизнь. Резервуар имеет размеры 3 на 3 метра и глубину 6 метров. При этом вмещает в себя 108 кубометров воды. По мнению главы администрации, это идеальный пожарный резервуар. Очень мало и пожарных резервуаров для целей пожаротушения, и естественных, и искусственных водоисточников. Потому что если они даже есть, отсутствует подъезд. Здесь все благоприятные условия, чтобы было бы сделать из него, представлять 108 кубов воды для целей пожаротушения. Рядом расположена река около этой ямы. То есть элементарно можно было ее промыть, все отремонтировать, подезинфицировать и, соответственно, с помощью мотопомп заполнить на экстренный случай. Но пенсионер вновь недоволен. Поняв, что настроить общественность против полезного резервуара будет сложно, он попытался сам закопать яму. Местные жители вовремя заметили самоуправство, но 90-летний мужчина успел закинуть в яму около 1,5 метра песка. Он предпринимает попытки уничтожить ее, стереть, как он говорит, демонтировать, что вы мне всю ее разберите, это место запомнить, пошите, чтобы было все ровно, это будет моим огородом. Вот он так решил, да. Сначала он говорил, это будет моя яма, теперь это будет мой огород. Война между соседями продолжается. Местные жители уверены, что пенсионер вновь начнет писать жалобы в различные инстанции. Однако сегодняшняя проверка нарушений не выявила. В течение 30 суток пенсионеру будет выдано соответствующее заключение.